Всем привет, дорогие друзья! В этом году кабачки просто превосходные на самом деле, обалденные. И сегодня хочу поделиться одним из очень крутых вкусных закусок из кабачков. Ну что, ребят, не выключаемся, смотрим видео до конца, ставим лайки, конечно, комментируем. Ну и делимся с друзьями. Поехали смотреть. По ходу действия я буду говорить, какие продукты я использую. Ну и в описании, конечно, будет более подробный весь список всех продуктов. Для начала нам нужно очистить кабачок, чем мы и займемся. Резаем попку, отрезаем хвостик и начинаем чистить от кожуры наш кабачок. Для чего? Вы это все сейчас увидите. Можете это делать не ножом, а овощерезкой, тогда у вас вообще все идеально получится. Все, первый кабачок готов, второй также чистим и третий. Так, теперь нам нужно их порезать на брусочки. Итак, кабачки у нас готовы. У нас получились вот такие вот большие, скажем так, дольки. Хотя не дольки, да, наверное, палочки. Все, палочки наши готовы. Берем простой пакет, вот такой вот маечный. Насыпаем в него муку, примерно грамм 120-130. Отправляем небольшое количество соли. И также черного свежемолотого перца. Достаточно. И отправляем в пакет все кабачки. Теперь берем пакет и хорошенечко встряхиваем. Только встряхивайте так, чтобы пакет не порвался. Все, отправляем наши кабачки в специальное сито, чтобы удалить лишнюю муку, которая нам уже не потребуется. Берем отдельную миску, отправляем сюда 2 яйца. Теперь берем вилку и хорошо взбалтываем. Тем временем, ребят, поставьте духовку разогреваться, пока это все подготавливается, делается. Примерно 200 градусов, 5-7 минут, чтобы именно духовка была горячая. Берем мелкую терку и через мелкую терку в отдельную миску отправляем сыр. И сюда же отправляем панировочные сухари. И все хорошенечко перемешиваем. Все, теперь берем кабачок.
отправляем в яйцо. И отправляем в сыр с панировочными сухарями. И отправляем на форму. Уже очень шикарно и вкусно выглядят. Все, теперь отправляем в духовочку. Будем выпекать при 200 градусов примерно 30-40 минут, в зависимости от вашей духовки. Пока выпекаются наши кабачки в духовке, сделаем быстренько соус. Тут у меня примерно 100-110 грамм сметаны. Добавляю соль, небольшое количество. И один зубчик чеснока через мелкую терку. И хорошенечко перемешиваем. На вид, конечно, и не скажешь, что это кабачки, а оно так и есть. Вот такие вот получились обалденные реально кабачки. Вид, конечно, просто шикарный и очень прямо съедобный. Хрустящие снаружи, а мягкие внутри, ребят. Такая вот обалденная получилась вкуснятина. Обязательно, ребят, попробуйте. Очень вкусно. Закуска просто бомбезная. Реально рекомендую, это очень классная, вкусная, хрустящая, а внутри мягкая закуска. Обязательно попробуйте, я уверен, что понравится как гостям, так и родным и близким. Ну что, ребят, если понравилось, ставим пальчики вверх, а также подписываемся на канал и нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать новых моих видео. Всем пока!